При Камье создали отдельный мессенджер для чиновников. До конца лета на единый почтовый домен Пермского края permkray.ru перейдут сотрудники органов местного самоуправления. Всего создано около 10 тысяч почтовых ящиков. В текущем году краевой электронный почтовый адрес появится также у сотрудников учреждений Министерств образования и здравоохранения. Адреса электронной почты чиновников теперь будут заканчиваться на permkray.ru. В Прикамье построят самое большое колесо обозрения. В Кировском районе Перми обновят все аттракционы в парке отдыха «Счастье есть». В этом парке планируется построить самое большое в регионе колесо обозрения, а также детские игровые площадки и развлекательные комплексы под крышей. Кроме этого, в парке появится веревочный парк, зона отдыха с качелями и ралли-дром. Уже завтра врачи Березняков проведут выездное обследование жителей поселка Железнодорожный. В течение одного дня сельчане смогут получить консультацию сразу у нескольких узких специалистов. В Железнодорожный приедут ортопед, невролог, окулист, кардиолог, а также хирург и акушер-гинеколог. Необходимо записаться заранее по телефону 20 10 52, добавочный 636 и 637.